На велосипеде бегом и вплавь. Даже сырая прохладная погода не испортила азартный настрой солигорской молодежи. Показать свои силы в соревнованиях по мини-триатлону вызвались порядка 10 спортивных ребят. Тройной квест прошел на территории детского пляжа и включал в себя несколько спортивных дисциплин. Плавание на 200 метров, велозаезд на 3 километра, бег на 1,5 километра. Организаторы посвятили триатлон 75-летию Великой Победы. Триатлон – это олимпийский вид спорта на сегодня. И мы по традиции 7 июля каждый год проводим триатлон. Участники продемонстрировали не только свою выносливость и скорость, но еще и большую волю к победе. Уже через 14 минут и 9 секунд к финишу пришел Павел Серченя. Для меня увлечение спортом – просто хобби. Пришел сюда, чтобы поучаствовать, попробовать свои силы и что-то показать, что и получилось. Сегодняшний старт не будет последним, и в следующем году я покажу новые результаты и достигну каких-то новых вершин. Стоит отметить, что наряду с ребятами достойные результаты в соревнованиях показали и девушки. Первое место в этой группе заняла Марина Дикун с результатом 22 минуты 52 секунды. В этом виде спорта очень важна выносливость. Я занимаюсь спортом, и я сама себе доказала, что я чего-то могу. Победители были награждены дипломами, памятными медалями и призами от организаторов и партнеров мероприятия.